Я прерываю нашу программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию КНЛС «Новая жизнь» на русском языке из Индийского океана можно слушать один раз в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. Повторяю. Международную радиостанцию КНЛС «Новая жизнь» на русском языке из Индийского океана можно слушать один раз в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающее время и частоты трансляции на китайском, английском, арабском и испанском языках, то пишите нам по любому из следующих двух адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556, США, или Россия, 191028, Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию вы также можете посмотреть на нашей интернет-странице по адресу www.knls.net.